Пастельные оттенки, летящие струящиеся ткани платьев. На выпускном в тренде нежность и женственность. Салонные прически, укладки и обязательно цветы в волосах. Такими выпускницы будут на всех фотографиях, сделанных в самый романтичный вечер. Уже взрослые юноши и девушки на пороге новых историй. Начало их праздника у фонтанного комплекса. Поют фонтаны, поют в душе без пяти минут студенты. До продолжения праздничного вечера рукой подать под барабанную дробь выпускники прошли парадом до Театральной площади. На музыкальной ракушке парад встретил духовой оркестр. На сцене молодежь приветствовал глава города-курорта Сергей Сергеев, председатель совета Леонид Кочетов и почетные гости праздника. Сегодня на арабской земле праздник. Праздник выпуска в следующий этап жизни наших детей, нашего будущего, наших надежд, надежд всей нашей страны. Год выпуска 2014, уверен, запомнится вам, как год сочинских Олимпийских игр, год возвращения в состав Российской Федерации Крымского полуострова. Я хочу пожелать вам, уважаемые выпускники, всем осуществить свои планы. Мне хочется пожелать, чтобы взрослая ваша жизнь сложилась удачно и успешно. В этот день хочется сказать учителям нашим любимым огромное спасибо за их труд, что они делают. И вы сегодня, прощаясь со школой, еще раз поблагодарите их за то, что они для вас сделали. Ведь они все эти годы вели вас по дороге знаний, отдавая вам душу и сердце. Золотому фонду Анапы 39 выпускникам-отличникам вручили золотые медали за особые успехи в учебной деятельности, учрежденные Законодательным собранием Краснодарского края. Проход по красной ковровой дорожке на сцену за наградой – повод особой гордости. Выпускники горды своими успехами, родители – своими чадами. Вместе с медалистами на сцену за минутой славы поднялись еще 4 выпускника. Это школьники, сдавшие выпускные экзамены на 100 баллов из 100 возможных. 22 выпускника за отличные результаты в учебе наградят золотые медалями федерального значения. Я очень рада. Это самый замечательный день. Эмоции просто зашкаливают, потому что все выглядят красиво. И потрясающий вечер. Я надеюсь, он пройдет еще лучше дальше. И я желаю всем хорошего такого же настроения, как у меня. Всем счастливо. Мне понравилось, как вручали медали. У нас там была наша одноклассница, и мы очень громко кричали. Я думаю, она это услышала. Вот это самое такое было, которое прям сердце дергалось. И тогда в этот момент понимаешь, что надо было учиться и все остальное. Чтобы там постоять. Да, чтобы там постоять и все это ощутить. А мы! Сейчас, подожди. Мне понравилось то, что все очень красивые, нарядные, организованные. Посмотри только на наших девочек. На них на всех посмотришь и все. Урок музыки и танцев, пожалуй, самый последний из уроков. 40 минут музыканты группы Five Star Family выступали на Театральной площади. Торжественную церемонию завершил фейерверк. Но праздник на этом не закончился. Расправив алые паруса, выпускники продолжили отмечать особенный вечер с учителями и родителями до самого рассвета.